Построен, но не введен в эксплуатацию. Жители села Доходаевка Кумтыркалинского района жалуются на состояние фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели еще 8 лет назад. Однако обращаться за медицинской помощью в этот ФАП местные жители не могут. ОНФ в Дагестане вот уже несколько лет добивается введения объекта в эксплуатацию. Двигается ли дело с мертвой точки, узнавала Патимат Ханапова. Построили и не приняли. Давно пора здесь построить и сдать людям. А то некуда, давление проверяют, уколы делают людям. Объект не введен в эксплуатацию и вот уже рушится на глазах. Трубы заржавели, штукатурка осыпается и плесень на стенах. Хотя с момента постройки здание медпункта дважды ремонтировалось. Проблему неведенного в эксплуатацию ФАПа активисты ОНФ поднимали не раз. И вот снова пришлось вернуться к этому вопросу. В данном населенном пункте, учитывая население, учитывая отдаленность от медучреждений, необходим фельдшерский пункт для оказания первичной медико-санитарной помощи. В принципе, вот в этом помещении он должен был быть вроде бы с 2011 года. Специалисты отмечают, ФАП не введен в эксплуатацию, так как власти заранее не побеспокоились об отводе земель. Так почему же за эти 9 лет ситуацию не разрешили? Ответа на этот вопрос пока не дает никто. Ни контролирующие органы, ни администрации района. Однако на этот раз они обещают разрешить ситуацию до конца этого года. Главный вопрос, который беспокоит нас и жителей. Вот согласование, бумаги, это все понятно. Когда будет ФАП работать? Когда он будет обслуживать людей? В течение месяца этот земельный документ попал в ЗНВ. Здесь основной вопрос, здесь отборная земля, здесь много значения. Оборудование, финанс есть, как только будет оснащено. После обращения регионального отделения ОНФ в Дагестане администрация района провела внутренний ремонт. Насколько качественно он сделан, оценят специалисты Минздрава, когда ФАП будет передан на их баланс. Сейчас же местным властям предстоит решить вопрос оформления земель. Местные жители выражают надежду, что хотя бы сейчас дело двинется с мертвой точки. Патимат Ханапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Кумтыркалинский район.